сейчас возвращаешься, да? Вот написано река Ут. И тут по порядку будут города, которые освобождали Великую Отечественную войну. У меня отец Тихон Дмитриевич, 10-го года рождения. На Финскую призвали, не доехал, там прекратилась война, пошел по другой. И под Смоленском оторвало ему руку левую. И решил, как я понимаю, по его рассказам, с юга отправились на Смолен. Там был как раз свой университет освобожден. Архиепископ Лука ныне канонизирован. О, какие машины. А вот Москва. Первая Москва была, отбросили. Немцев от Москвы, 42-й год. Вот это так. На нос, да? Такая волна, как тарелка, как против. А тут вот возвращается, оттуда как приезжает, поднимается. Сегодня 24 февраля 2023 года, пятница. Меня тут Любовь Николаевна хотела перевязывать, намазала меня, ноги заболели. И я вот удумался, пешком один ушел. Ну и неплохо сходил. Вот это спускаться здесь на эту сторону. А это вот, вот туда. Второй Сталинград в 43-м году сумели отбить. Миллион положили больше. И по-другому же нельзя было. Вот так. Если все показать по порядку, как освобождалось и все. Вот смотри, что Сталинград. Какой-то там знак такой стоял, что это именно Сталинград. Вот мы знаем, 43-й год. Это уже все. Паулюс пошел, Фридрих в плен. Потом на Нюрнбергском процессе он выйдет, Герман будет обвинять его, что он сказал, что готовится Гитлер напасть раньше, я участвовал в этом. Маленько тут никто не знает, что он живой или нет, фельдмаршал. Фельдмаршал, неизвестно, были еще в плену или нет, но это был первый. Потом в Демократической Республике был, отправляли его, берегли. Он переменил свое мнение о фашизме. Ну, хороший человек, как говорится. Удобный, толстый, непризатый. Вот в 43-м году курс каким-то образом сумели отбить. Трудно еще все было. Вот курс-то какое-то тут. Здание или что. Вот. Теперь мы идем. Курск. Подходим уже под ним. Я специально сделаю подвижку, чтобы было видно здесь, как я шел здесь. Вот, снег не убран никак еще. Вот, и здание тут, курс. Вот оно так, поднимается, заворачивается. Этот топор. А это вот на той стороне здания. И там видно, где думают теперь строить. Речной порт, видать, перекупили, убрали. И которые строители-то решили дальше, так говорят люди. Они похожи на это, они отгородились, чтобы никто не зашел, не повредить людей, заботиться. Я все удивляюсь, какой красивый город Барнаул, хотя здесь я и учился, строительный техникум закончил в 1959 году и был призван в армию. В армию. Мы флот взяли, а потом перевели в ракетные войска. Только что образованы в 1961 году было это. Ракетные войска. Набирали у кого больше среднего образования. Было много что изменилось. В 43-м году по самому центру начали бить, по центру торгаться. Все-то когда брали, все радовались, все. Блицкриг не получился, все-таки уже 2 года.
А тут вдруг от Москвы отбросили больше, чем 130 километров. Вот. У меня три дяди, материны братья, Филарет, Макар и Мануил, были взяты, как говорят, артиллеристы были, все погибли. Погибли. Упокой Господь душу усопших работал. Никто ничего не знает. Сейчас что-то говорят. Вроде бы секретные документы открылись. Почему то и то было? Вот. Ну, а вот опт еще. А там дальше такая опта, видишь, какая? Это скат туда, вниз. Это опт промыло, видать. Когда-то или как. Я тут иду, считаю, сколько этих столбов, я посчитаю, сколько между ними расстояние, и можно высчитать, сколько опь. Может быть, потянет, я не знаю, ширина здесь конкретно. Людей-то погибло, страшно сказать. Вот, главное взяли картинку, это Петр Первый на коне. Сколько столбов? Вот если считать, откуда начать, вот это сколько идет? Раз, ну уже считать надо. Вот уже считаю. А тут я показываю, ребятирую дальше. Вот они теперь пойду, они нас снимают. С такой скоростью машины идут. Ужасно. Там написано, что дорога скользкая, знак написан. А несутся вагон как оглашенные. Пока фотографирую, маленько останавливаюсь. Что-то Шаул — это селение. Ну, по-алтайски вроде бы так. 44-й год уже пошел. 44-й год. Севастополь. Он по югу ударили уже. Конечно, не хотел враг уходить. Ну, вышибли. Вот теперь считаю. Половина здесь пролета. Сколько пролетов. Я иду сегодня здесь до Севастополя. Вон куда выходили пешком. Можно было спуститься и по Аби пройти, но опасно. Опасно. Подбег нырнешь и не вырубишь.
Итак, что мы тут увидели? Севастополь. Мы там были. Какие были там сооружения. Какие мортиры привозили немцы должны. Вот сейчас мы идем. Я усилю скоро шаги. Попытаюсь сейчас посчитать шаги между столбами. Столбы, это я все делаю, что на равном расстоянии. Вот 44-й год. Минск. Партизанская территория. Там находится сейчас Лукашенко Александр Григорьевич. Мне он очень нравится. Может быть, это лучший президент во всей Европе. Мне нравится, а людям не нравится. Мне нравится, поступает, как Рамзан Ахматович Кадыров. Запретил аборты делать, как мне известно. Вот у меня от этого Лукашенко грамота есть. Благодарность всем люди подарил, когда ездили в миссионерской поездке. На бумаге. И от Рамзана Ахматовича Кадырова тоже есть. Тоже в письменном виде. Ну, теперь взяли за прежнюю территорию, за Прибалтику. Вот она, что-то какая-то там башня у них. 1944 год. Вильнюс. Как они не держали, а отдать пришлось. Какие там были у них территории, что-то снимали. Я много занимался документальными фильмами. В общей сложности больше 100 проводил, посмотрел. И все время ждал. Адольф Алоизович Гитлер, принесли покаяние, что он наделал. Главная его ошибка была, что он коснулся еврейского богоизбранного народа, Бытие 12.3. До этого он был самый популярный. И сатана его, ну кто там, Геймлер, главный был убийца. Надо окончательное решение еврейского вопроса. Женщин, детей стреляли. И Бог поставил им всем точку, крест. Вот. Это главная ошибка была в войне. Он прикоснулся к богоизбранному Богом народу, который нельзя пальцем трогать. Мы можем только благословлять его. Почему у меня все так получается? Люди говорят, как так? Вот необычайное дело, деревню нашли. Детский лагерь, я 45 лет его директор. И без помощи государства 1000 детей подняли. Вас сколько комиссий против было. И возбуждали разные дела, там все, ничего нет, никто ничего не добился. Почему? Потому что я чту заповеди Божьи, святую Библию. И все время благословляю еврейский народ. И мира прошу сначала Израилю, потом России. А почему так? Ну, это мое дело. Я знаю, что там Господь, там благословение. Так у них там сейчас, там гомосексуалисты. Я не про это говорю, я говорю об Аврааме семени, который придерживается того, что заповедал Бог. И вот мы идем ближе сюда. 44-й год. Кишинев. Потеряли. Все. Молдавии нету. Вильнюса нету. Литвы нету. Сейчас будут по одной падать. Такие страны. Как Господь все это сделал. Премудро, чудно и дивно. Вот она эта территория. Вот он, Барнаул, считай. Там храм. Повторяю, что это Барнаул, Алтайский край, называется жительство Сибири. А тут рыбы какой только нет. Обь. Посмотрите, какая обь. Я не плавал на обе. Боюсь. Так у нас вот пруд такой сделать там. Гагальяны, карася развести. А тут настоящая большая рыба. Я даже название, наверное, не знаю. И вдруг Бухарест, 44-й парк. Тоже по-своему понимали, не шагу назад. Сделали, шагнули назад. Все. Бухарест. Отняли. А с этой столицы там и другое пойдет. Вот он, Бухарест. Вот она, вот матушка. А вон там, там рыбаки. Ну да.
я все иду, вот это грязный снег, проваливаюсь. Рваные такие сапоги, ну, сапоги-то морозящие, вот они такие. Я не хороший, нога туда заходит и тепло. Вот. А вот какой бордюр. Ограждение. Тут один прыгнул, ну, выпили, ударился от воды. Ну, его и понесло мертвого, а другой за ним такой же. За ним ударился, где-то вон там вытащили два трупа. А тут везде замки вешали, много замков. Когда женятся, кто там, ну и так, пально. Стоня дождалась своего. Все, 44-й. Понеслось. И еще, главное, храм, крест впереди. Эстонцы. Я в армии встречался. Очень хорошие люди. Эстонцы. Там были латыши. Литовцы почему-то в армии не было. Может быть, вместе были. А эти, значит, были здесь. Русоволосые. Такие юморные. У нас, говорит, разрешено мужику не работать, если два ребенка. Жена должна кормить. А три по закону должен идти работать. Интересно так. Вот мы смотрим, я пейсы люди здесь и здесь. Путин Владимир Владимирович награждал какую-то семью из баптистов. Что-то 13 или 17 детей, не знаю даже, сколько много. Тут по 18 детей даже. И он сказал о Христе, что это благодаря тому, что Христос так приятно слышать было. Путин улыбается. Какое-то там, ну, торжество там о семье было. Избрали же такую семью, и потом верующую. Они баптисты не православные, но все равно. Нужно признать. А это что? Рига. Это же Латвия. Ну, в Риге я был. Во всех этих, вот где сейчас идем, столичные города, когда у нас миссионерские поездки были, у меня вышло 38 томов книг. Каждая книга открытым оком, это 33 тона, тома, 752 страницы. Полный комплект стоит 750 евро. Полный комплект. И мы подарили, приехали из Барнаула до Владивостока, а потом прошли до Португалии, Скандинавии, Прибалтики. Все эти города прошли, подарили. Это в подарок к нам обошелся 35 миллионов рублей по тем деньгам. И по сегодняшним. Так что там есть вот эти города, которые показывают. Вот на севере тут не были. А может и были. Без меня. Мурманск. Но перетерпел он Мурманск. Это подводные лодки немцев столько топили. Была война. Страшная война. Я говорю, матери три брата. Макар, Филарет, это Эммануил. Мой отец. Те они умер. Это все погибли. А Тихон Дмитриевич руку потерял. У нас было в семье 12, живых 10 детей. Вот, идут. Дождались. Белград. Тут все страны Югославии пошли. 44-й год, Белград. Вон как. Наступление шло от севера до юга. Все это. Маршалы новые. Из тюрьмы выпустили Константина Константиновича Рокоссовского. Говорят, он сильно берег солдат. Я не знаю как. Вот у меня близкий знакомый, Синов Александр Иванович, у него был как начальник радиостанции. Рассказывал много хорошего про него. Константина Константиновича. Вот уже вот отсюда видно, где крещение было. Крест установлен. Ну, давайте, конечно. И наступает 45-й год. И освобождают Варшаву, показывают, что поляки всегда воевали с Россией. А потом невинных этих расстреляли, наконец сознались, что именно советские расстреляли, там 23, что ли. А там учителя разные такие были взяты в плен, когда с Гитлером делили, всех расстреляли. То ли Хатынь, или что-то такое вот. Хатынь. Жалко всех. Жалко. И наконец исследования все показали, что расстреляли и советские, и не советские.
сколько лет скрывали, на немцев валили. Ну, не могли скрыть этого. Вот я иду. Еще раз покажу надпись «Барнаул». Гвардейская лента поднимается. Храм. Что-то с Покровом связано. О, наконец до венгров добрались. До Руму. Все пошло теперь уже, все тормозило. Именно этому городу, я думаю, нужно бежать, чтобы легко было определить. 45-й год. 45-й. Уже немцы нигде не наступали. Нигде. Ну, может, где-то уголок. Посчитайте, сколько иду. Ну, кто там проехал, кто-то прошел. Кто-то проехал, что? Ну, снегоходы. Вот тут, если обрушится, еще я вот попаду. Ну, сейчас сойдем с обед. А вот 45-й, Братислава. Вот тогда. Все, 45-й год, тут уже сжали. Уже еще не... Уже даже немцы понимали, что дело идет, как говорят, к концу. Финиш. Кирдык. Вот она машина. Сегодня, говорят, 4 градуса тепла. А ну еще 1 градус. Ну еще морозы будут. Ну не в этом дело. У меня два голубенка, помните. Им жарко, они сюда щиплют. Чудо снимают. А все, там холодновато им. Вена. Ну, брат, ты мой. Тут и Австрия, и Германия уже все. Все. Что-то какие-то там. Не могли найти, наверное, национальная постройка такая. Ну вот, вот прошли. Вот прошли. Идут люди. Я тоже туда сойду. Никакой опасности пока нету. Ну, а тут ладно. Тут уже взяли за Чехословакию. За другие государства. Радостное известие, салюты в Москве лупят вверх. Ну и последнее, вот я дальше не пойду, потому что здесь надо слазить. Вон там он последний, сейчас отсюда наведу. Берлин, полный центр. А тут что? Куда идут машины? Вот такое дело. А вон там Покровский собор. И сверху машина видят. Вот так. Что-то начинает моросить. Дождик. Ну, вовремя я перешел. Еще раз скажу. Туда как крестьян-велосипедисты пошли.